Серия 24. Шэнлунь! 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 Амо, зачем ты вернулась? Мы же союзники. Мой союзник жив, и я жива, союзник погиб, и я мертва. Спасибо тебе, Амо. Не стоит. Я боялась, что после смерти ты явишься ко мне во сне и начнешь упрекать, что не спасла. Подумав, поняла, что это жутковато. Потому, чтобы я остаток жизни могла спокойно спать по ночам, мне нужно вытащить тебя отсюда. Пойдем скорее. Давай. Шэнлунь, ты в порядке? Амо, не трать впустую свои силы. Моя нога. Она как будто застряла в земле. Шэнлунь, неужели мы так просто здесь умрем? Боюсь, что да. Я и правда глупая. Если бы не бросила тебя, то у нас был бы шанс. Зачем же ты убедил меня уйти? Сказал, что непременно погибнешь. Не нужно было говорить мне эти глупости. Потому что я боялся смерти. Я тоже ее боюсь. Чиюнь, ты задолжал мне объяснение. Если я здесь так умру, я не готова к этому. Я непременно должна выжить. Возможно, нужно бояться не самой смерти, а страха умереть в одиночестве. А сейчас мы с тобой вместе. Мы не можем умереть. Мы должны выжить. Мы найдем способ вернуться домой. Амо, а если... Просто если... Если наступит следующая жизнь, я не буду Шэнлунем, а ты не будешь Сюаньянчжо, неважно, кем бы ты стала, я бы все равно пожелал стать тебе настоящим мужем. Эта жизнь уже связала нас по рукам и ногам. Если бы и правда мы родились в другом мире, и если бы такое было только возможно, я бы лишь хотела зажить самой простой жизнью. Ты так права. Жить простой жизнью. Но, боюсь, это всего не более, чем мечта всей этой жизни. Силы на исходе, я долго не продержусь. Амо, где же ты? Шэнлунь. Амо! Амо! Мне что-то послышалось. Мне показалось, будто Юйчин зовет меня. Амо! Амо!
Это и правда голос брата. Шэнлунь, мы спасены! Брат! 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 Брат, мы здесь! Брат! Брат! Амо! Амо! Брат! Что случилось? Почему Шэньлунь так тяжело ранен? Юйчэнь, немедли. Главное, чтобы ты спас Амо. Для меня главное. Юйчэнь, разве ты не сможешь спасти нас обоих? Амо, Юйчэнь тоже серьезно ранен. Поторопитесь, пока солнце не село. Силы Юйюань с каждой секундой сильнее. Эта земля все быстрее поглощает силы. В таком состоянии он не сможет одновременно вывести нас обоих. Не мнись ты. Возможность увидеть тебя перед смертью была моим желанием. Мы только и знали, что дрались столько лет, а победителя так и не определили. Пошли. Брат! Оставь меня, но спаси Шэнлуня. Я знаю, что вы с мамой и Джижо беспокоитесь обо мне, любите, а у Шэнлуня нет таких людей. Он самый одинокий человек на свете. Поэтому спаси его. Я так не поступлю. Брат! Если не уйдем сейчас, то погибнем здесь все. Он лишь делает вид, что не боится умирать. Я не хочу бросать его здесь одного. Брат, вы же с ним лучшие друзья. Я умоляю тебя спасти его. Амо, перед смертью мне удалось увидеться с тобой, с Юйчэнем. Теперь у меня не осталось сожалений. Я лишь надеюсь, что в следующей жизни я смогу полюбить тебя так же, как сейчас тебя безрассудно любит Чиюнь. Не хочу скрываться во тьме, тихомолком наблюдая за тобой. Нет, должен же быть выход. Брат, есть же какой-то способ, как мы втроем можем спастись отсюда. Брат! Аби! Аби, как ты сюда попал? Я уж думала, не увижу тебя снова. Что? Говоришь, Ли Ян ждет нас у пещеры? Как хорошо! Брат, мы сможем выбраться отсюда! Ваше Высочество! Высочество! Ваше Высочество! Принцесса! Как хорошо, что вы вернулись! О чем ты только думала, собираясь прыгнуть туда на заходе солнца? Хотела умереть? Солнце заходило, а вас еще не было! Это разве не равносильно смерти? Если бы ваше высочество умер, то я бы умерла с вами! Простите, старшая принцесса, вы просили присмотреть за Аби и Лияном, но они прыгнули искать вас, я не смогла их удержать! Не нужно было оставлять их на меня. Хорошо, что ты не смогла. Если бы они не прыгнули, мы погибли бы. На что смотришь-то? Если еще раз так сглупишь, не смей ходить за мной. Лучше бы помогла его поднять. Раз, два, три, вставай. Отлично. Пойдем.
брат, что ты делаешь? Мы с Шэньлунем уже проиграли схватку. Чи Юнь сейчас где-то внутри. Пока Шэньлу не восстановился, я обязан отобрать Хэтуй Лушу у Чи Юня. Вы каждый сам по себе бродили по Ю Юань, даже не виделись. Не лучше вместе принять бой? Очень много раз мы полагались на наш негласный союз. И поэтому сейчас ты мешаешь ему восстановить силы. Думаешь, он поймет? Я вовсе не мешал ему восстанавливаться. Пусть подремлет тут чуток. Хорошо, Шэньлунь. Мы вдоволь насладились твоей куклой. Пойду догоню его. Душа и кровь. Неужели он, стоило войти в Ю Юань, подменил себя этой марионеткой? И тем, кто говорил с нами, был вовсе не Шэньлунь, а лишь подделка. Ваше Высочество, что с вами? Ничего. Пойдем посмотрим, что там происходит. Что это за чертово место? Там какой-то шум. Пойдем. Это девушка. Сестра Жо. Похоже, что они дружны с Чи Юнем. Дружны? А разве это не та его подружка? Это та самая птица белого нефрита, что в тот раз спалила дотла наш город. Неудивительно, что король Сюаньму не разрешил проучить ее. А все из-за этого Чи Юня. Это всего лишь птица. Вы слишком переживаете. Я успокоюсь только когда убью его. Подождите. Убивать Чи Юня на глазах у всех неразумно будет тронуть его людей в этот раз. К тому же наш король назвал его своим братом. Наконец наступило время, когда Хэтуй Лушу наконец попадет в руки короля Сюаньму. Потому не нужно торопить события, генерал. Тоже верно. Раз уж Хэтуй Лушу сейчас в руках этого Чи Юня, названного брата нашего короля, то я спокоен. Возвращаемся. Yeah!
этого дня я буду мстить тебе. Хорошо, я буду этого ждать. Брат! Брат! Уходим. Давай. Дзюджу, ты должна защитить брата. Уж не знаю, кто же ты сейчас, принцесса Сюаньян или супруга принца Лин Юнь. Будь я принцесса или супруга, что с того? Хэтуй Лошу сейчас в брюхе Сяо Яо. Если ты все же старшая принцесса Сюаньян, то нас связывают некие приятельские чувства. Я мог бы дать тебе несколько дней, чтобы ты поразмыслила, как умыкнуть Хэтуй Лошу. А вот если ты супруга принца, прости, я тебя не знаю. Тогда я немедленно прикажу Сяо Яо отдать Хэтуй Лошу королю Сюаньму Хао Сюю. Я Сюань Янжо, старшая принцесса Сюаньян. Пусть ты спасла меня однажды, я дам тебе лишь 3 дня. Спустя 3 дня я дам Хэтуй Лошу Хао Сюю. 3 дня? А что ты будешь делать эти 3 дня? Вернусь в долину Бугуй. Если хочешь Хэтуй Лошу, следуй за мной. Ты думаешь, что сможешь и впредь доставлять мне трудности? А я лишь не хотел, чтобы ты с такими ранами подвергался еще большей опасности. Я знаю, что у тебя на уме. Ты не только задержал меня, так еще и заставил Амо помочь тебе достать Хэтуй Лошу. Это одна сторона вопроса. Другая в том, что сейчас ты слаб, не стоит лезть на рожон и жертвовать собой. Залечи раны. Тем более, что Цзэджу уже сказала, что все артефакты уже у Чиюня. Не нужно мне ничего объяснять. Если бы я оказался на твоем месте, поступил бы точно так же. Похоже, твой дух уже окреп. Я так и быть дам тебе фору. Задержать меня здесь — задачка не из легких. Мы вернулись домой. Это и есть Хэтуй Лошу, о которых ты так мечтаешь. Что ты собираешься делать в эти 3 дня? Сюаньму.
Я не знаю, когда вернется Чиюнь. В чьих же руках теперь Хэту и Лошу? Тунджен вернулся и скоро прибудет на допрос. Хэту и Лошу скоро будет здесь. Сестра, если бы Чиюнь был здесь, ты бы так не волновалась. Ваше Величество! Ваше Величество! Ваше Величество! Не нужно формальностей. Ну как, вы принесли Хэту и Лошу? Что? Хэту и Лошу еще не у вас? Этот Чиюнь истратил столько сил, но все-таки заполучил их. Чиюнь еще не вернулся. Когда мы уходили, он уже нашел Хэту и Лошу и уже должен был быть здесь. Тем более, что его птица гораздо быстрее наших. Не могло ли с ним что-то случиться по пути? Не могла же эта взявшаяся из ниоткуда девушка так просто завладеть его сердцем? Что за девушка? Надеюсь, он не решил все присвоить себе. Довольно. Чиюнь обязательно вернется с Хэту и Лошу. Вы утомились. Ступайте отдохнуть. Должно быть, он имел в виду Амо. Хэту и Лошу даруют власть над миром. Чиюнь, ты не должен так просто отступиться из-за нее. Брат, я пойду разыщу отца, он найдет для тебя лучшего лекаря. Дождись меня. Стой. Ты хоть подумал, к чему твоя опрометчивость может привести? Я при помощи уже восстановленных сил временно создам фальшивую руку для отвода глаз. Еще раз повторяю, нельзя допустить распространения слухов о моем состоянии. Мне нужно, чтобы ты перекрыл все возможные способы распространения новостей. Но, брат, тебе необходим лекарь. Я все сказал. Сестра, куда же ты так торопишься? Мне нужно ненадолго покинуть дворец. Та девушка, о которой сказал Тунджен, наверняка Амо. Если станет известно об отношениях Чиюни и Амо, я боюсь того, каким последствиям это может привести. Мне нужно найти Чиюни и забрать у него Хэту и Лошу. Если все только из-за этого, сестра, оставь его. Как я могу пустить все на самотек? Ты, вероятно, не осознаешь, насколько важны Хэту и Лошу для Сюаньму. Пусть даже мы ими не завладеем, нельзя допустить, чтобы они оказались у Сюаньян. Сестра, даже если все так, с этим тем более нельзя торопиться. Ты же знаешь характер Чиюни. Если он решил передать Хэту и Лошу Амо, то тут мы бессильны. Сестра, подумай, пусть бы Чиюни отдал Хэту и Лошу Амо. Его уровень мастерства. Думаешь, ты сможешь отобрать артефакт силы? Хотела бы я верить, что в столь решающий момент чувства не властны над ним. Чиюнь, чего же ты молчишь? Эти 3 дня не будут длиться вечно. Чиюнь! Ты правда заснул? Мне тоже спать хочется. Нет, я не усну. Не усну.
Теперь я и правда понимаю, что у тебя очень хорошая семья. Раньше я всегда думала, что все члены королевских семей холодны друг к другу. Но сейчас я поняла, что отношения в семьях и с матушкой и сестрами могут быть теплыми. Джижо! Джижо! Или, прости, я немного рассеян. Что такое? О чем задумался? Я слышал, что во время нашей свадьбы стало известно, где же находится Хатуйлошу. Я думаю, что Шенлунь и старший брат отправились на поиски. Но все же я не могу понять, куда запропастилась Амо. Неужели она отправилась вслед за ними? Но ее силы слабы, так что чем она может им помочь? Я всегда беспокоюсь о том, что она попадет в беду. А ведь верно. Вот ты сейчас сказала, я сразу поняла, что во время нашей свадьбы многие покинули дворец. Можем ли мы чем-то им помочь? Или, я понимаю тебя. Однако, мы бессильны, только если отец не попросит помочь им. Да и я не знаю, как мы можем быть полезны. Пусть мы не смогли узнать обо всем раньше, но я еще поразмыслю над тем, как бы поступить. Не переживай. С вашей семьей все будет хорошо. Как же я могла уснуть? Потратила так много драгоценного времени. И куда ты так торопишься? Поспала бы денек, посмотрела бы на небо, как грезишь об артефактах. Прекрати язвить! Куда ты дел яйцо? Хочешь знать? Так давай обыщи меня. Ваше Высочество, по какому делу вы втайне вызвали меня? Меня все еще беспокоит Чи Юнь. Так что отправляйся за ним, найди и понаблюдай. Если он и правда руководствуясь своими чувствами, кому отдал ей Хатуйлошу, тогда, несмотря ни на что, ты должен забрать их. Слушаюсь, Ваше Высочество. Чуть